Для вас важно сыграть в фильме мировой значимости? Или все-таки для вас важнее вот ваша постоянная занятость? Хитрый вопрос. Ну, конечно, Оскара хочется получить. Ну что вы, ну о чем вы? Но, слушайте, мы же понимаем, ну, как бы... что мы можем и что мы делаем, и как мы это делаем, и насколько это реально или нет. Ну вот, вот так вот. Это нереально, угу. По крайней мере, сейчас. Про «Оскар» мы заговорили. Мы обсуждали немножечко до начала эфира последнюю работу Мартина Скорсезе «Ирландец». Угу. Это уходящая вообще натура и уходящий жанр. То, что делает Скорсезе. Вот эти длинные трехчасовые какие-то гангстерские истории. Смотря о чем мы говорим. Мы говорим о уходящая натура для кого? Для зрителя. А вы понимаете, что зритель разный? Совершенно разный. Mm-hmm. У нас здесь так. И там. Ну там, я так насколько понимаю, там только подростки ходят в кино. Нет? Нет? Я не знаю, поэтому и интересуюсь, да. Откуда это такая, Женя такая? Нет? Нет, абсолютно нет. Слушай, ну, поэтому культура чуть другая. Это вот да. Чуть-чуть другая. И она у нас тоже изменилась, кстати говоря. Угу. У нас раньше была культура кино более богаче такая. Вот мы... Кинематограф для нас был, я вспоминаю свое детство, блин, я ходил там в какие-то... клубы, кинотеатры, там, на какие-то фильмы. Там. А сейчас это чуть такое стало поспокойнее. Хорошо, ну ладно, кино вышло новое. Ты посмотрел? Нет, пока, схожу попозже. Угу. Как-то раньше такого не было. Раньше вышел фильм, и ты все. Как, блин. Должен его посмотреть, срочно рвешься. Сейчас чуть другое. Ну, такая вот я